От ям не остается и следа. За неделю в Самаре полностью восстановили благоустройство на 120 аварийных и 10 плановых вскрытиях. Сейчас земляные работы еще продолжаются на 600 объектах. Львиная доля из них аварийные. И городская административно-техническая инспекция продолжает контролировать проведение работ. Что касается аварийных объектов, то их количество по-прежнему определяется интенсивностью работ, связанных с завершением мероприятий по подготовке сетей к отопительному сезону. Наибольшее количество аварийных объектов на сегодняшний день у АО ПТС. Их на сегодня 349 вскрытий. В первую очередь необходимо ускорить работы на вскрытиях, что находятся на проезжей части и затрудняют движение транспорта. Такое поручение дает своим подчиненным первый заместитель главы города Владимир Василенко. Также обращает их внимание и на вскрытия во дворах. Их нужно заделать до зимы. Особенно подчеркиваю, нам нужно сегодня эту ситуацию здесь выровнять по той причине, потому что много повреждений, в частности, на придомовой или дворовой территории. Вот эту картину, чтобы мы вошли нормально в зиму, здесь не было от граждан нареканий. Все земляные работы должны находиться под строгим контролем районных властей, особенно сроки их выполнения. Марина Матвеевна, Константин Головин, События.